Юлмарт объявил о своих планах начать прием платежей в биткоинах, начиная с 1 сентября. Биткоином нельзя будет оплатить любые товары на веб-сайте, и компания еще не решила, для каких позиций открыть опцию покупки за биткоины. Однако в Юлмарте отметили, что, скорее всего, более дорогие товары будут выбраны в первую очередь. Они также добавили, что у подержанных автомобилей и квартир, возможность покупки которых скоро появится на сайте, будут высокие шансы стать первыми товарами с функцией оплаты в биткоинах.